короче, приехали мы в местную кафешку в живописном месте, называется она Фурирен, в смысле кафешка, отмечать день рождения мужа. Здесь должен быть десертный шведский стол, вот, ну, типа как буфе, или, но только для тортиков. Как этот afternoon tea в отелях сейчас очень популярно, вот, когда, ну, короче, платишь как за столовку, а кушаешь кучу тортиков. Посмотрим, что у них будет. Как буфе. Какая у нас красота здесь. Во, покажу вам настоящую зимнюю Швецию. У нас 3 декабря, и сегодня у нас первый адвент-воскресенье, когда первый, ну, начинается отсчет Рождества, и в честь этого начинаются всякие рынки, ярмарки и так далее. В моем маленьком городе будет только 4-го, не 4-го, в четверг, 7-го. А здесь уже в большом городе, в Явле, уже началось, поэтому вот сегодня я пришла сюда посмотреть, и давайте вообще посмотрим, что как, сравните, посмотрим, что здесь продают, и, в общем, оставайтесь на связи, не переключайтесь. Я не знаю, заметили вы или нет, но легко определить шведа от нешведа, потому что когда шведы переходят дорогу, они вообще никогда не смотрят по сторонам, потому что у пешехода всегда первое, скажем так, они главнее машины, и машины должны всегда вступать. Я вообще удивляюсь, почему, как у них нету большого количества аварий. Видимо, все автомобилисты хорошо следуют правилам, но я их понимаю, потому что шведы реально, они не смотрят, когда приходят дорогу, они просто тупо прут, даже с колясками, вот страшно.
Короче, я сравнила две банки с вареньем, которая подешевле за 90 крон. Там 300 грамм, и в пересчете, если а в другом месте 160 крон, но 550 грамм. Получается примерно одинаково, плюс-минус 5 крон. Но в больших банках у дедушки, у него ягодки более целые и цельные, а вот у другой женщины у нее такое больше, как пюрешечка. Так что пойдем купим у мужчины. Вот. Ой. Вот такое вот варенье домашнее. Конечно, свет плохой, но ничего. Thank you guys for staying with me, and I hope you enjoyed today's pre-Christmas day, and stay with me. See you next time. Bye-bye.